малыши Барбуса Барилоидеса. Барбус Барилоидес разводится без всяких проблем. Берем аквариум на 20-30 литров, хорошо моем, на дно ложим сепараторную сетку и искусственный субстрат из лески. Заливаем его нерестовой водой 1 к 3, 1 литр кипяченой и 3 литра дистиллированной или мягкой осмотической водой. Добавляем ольхового настоя до цвета светлого чая и отставим в течение 3 суток. Аэрация обязательно. Нерестовик накрываем покрывным стеклом, чтобы не выпрыгнули производители. На нерест сажаем 2 самца и 1 самочку. Нерест обычно начинается на следующее утро. Но если самочка не готова, он может начаться через 2-3 суток. После нереста производители удаляем. В стовичок добавляем пол таблетки левомицетина. Личинка проклевывается через 32 часа, а еще через 3 дня начинает плавать и питаться. Стартовый корм – инфузория. Хотя малыши сразу берут суточную артемию. Так что инфузорию можно покормить 1-2 раза, а потом давать артемию. По мере роста корм надо увеличивать. Я даю овлофорус, мелкий трубочник или резанный, хорошо промытый от крови. Первую неделю я воду в нерестковике не подменяю, потому что потом начинаю понемногу добавлять, а еще дней через 5 начинаю ее подменивать. Для этого я подмениваю 25-30% воды в большом аквариуме, где живут производители, а потом с него доливаю воду малышам. Так как в крана малышам воду лить нельзя. При хорошем и обильном кормлении они растут быстро и равномерно. Самое главное – следить за состоянием воды и своевременно ее подменивать. Если кто хочет подробно узнать о разведении и выкармливании, смотрите на нашем канале ролики «Барбус Барилоидес». «Барбус Барилоидес. Разведение».